О, это ЕКД, получается, принимает уже дополнительный ЕП, да? Да, 5 соточек лутанешь. Вообще классно. Это значит, что лота тоже лутаю? Да, и ты тоже. Все, кто КД принимает. А что, не с нуля? Не-а. Беда. Галлоны несколько еще у вас. А, Полюшка, сегодня не будет. Понятно. ГП ему. Ой, господи, чуть на ноутбук не уронил, смеялся. Написал, что только сразу начал спать идет. А? У тебя на пузе? Конечно. Все. Че думаете, что я так плохо играю? Я на диване. Блин, ну слушай, наоборот должно быть. Скилл повышаться от комфорта. Ну да. Не смеши, у меня ноутбук летает. А что там за история с Хантом? Че за Хант? А, ну, да там... не знаю, что-то хуйню начал моросить, ну, ёбнутую какую-то, блядь. Ну, начал, типа, выводить Рейзен, ну, типа, байтить. Ну, не с хуя собачьего. И я просто говорю, заткнитесь обоим. Ну, и там пока. Понятно. Потому что я не очень... стал это все читать, там куча скринов, а? Они большие такие. Ну, там, да, там они много переписывались. Ну, типа, то, что он там, типа, там все не дамажат, никто не дамажит, типа, дамажат Локи. Типа, ну и типа, вары вообще хуйня, рейс типа такой, ну типа не хуйня, нормально, короче. Ну и тут что-то слово за слово, ты не шаришь, ты не этот, ты пидор, блядь, а ты вообще конченый, ну и так далее, так далее. Как социальный работник вник в конфликт. Да, я заткнул их сразу, сказал, блядь, охуели, блядь, Шова молодец, вот Шове респект. Вот единственный раз, когда Шова сделал что-то адекватное. Он сказал, он, что они пидоры, блядь, или что? Он нет, это нет, он не делал, он как бы понял, что это ошибка. За один сидел. Да, и он, короче, зашел просто с пала своего и кинул им СГО, и все, и как бы помолчал. Нормально. Да, ну как бы вот прям, как бы, я, знаешь, такой на шоу посмотрел, думаю, блядь, ну, сука, молодцом бывает же. Вот, ну, смотрел прям. Фильм «Хэнкок»? Да. Ну вот где он там, это... О, давай шкаф пойдем сегодня пока. В тюрьме-то сидел, и его челик этот белый учил. Ты, говорит, пришел, типа, и скажи им, молодцом. Ну вот, да, я, блин, я Шове в ПМ написал в тот день, что, типа, он красава. Молодцом, да? Да. Четкие моменты вообще. Я вообще за четкие моменты, как бы, это мое все. А когда он приземлился-то в суперкостюме, да, такой, приземлился там эти... Ой, такой Сас Невилл Смит, там, ребята, я до сих пор вспомню. Такой, челик на него смотрит, и че, блядь? Такой не забудешь. И идет такой молодцом, говорит. Не, мне, я не помню момент, но там с мальчиком был смешной, типа, он говорит, пощёль в жопу. На, француз, говорит, француз что-то. Такой толстенький, он его в это вверх подкинул, по-моему, да? Ну да, 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 потом поймал. Ой, сейчас что за рейд будет, пацаны? Сейчас как стрелять начну. Может, даже собрание было. Да, только у нас смотров не хватает. Кого не хватает? Никого не хватает. А нон босса нету, кстати. А он написал, что его не будет. Доставайте секретное оружие. Рос! Рос! А, ну да, не боевая единица, вижу. Блин, хороший ник, кстати. Забейте. Быстрее, пока свободно. Не кубобная единица, нужно тоже тебе сделать ник. А есть такой уже, я видел. Нихуя себе, кубоб, ну это 400 подписчиков по-любому. Не, я про небоевую единицу имею в виду. А, нет, тогда неинтересно. 416. А сейчас смотрят? Нет. Я уже клавиатуре, быстрее, там руки такой, пианино писать быстрее текста. Ну, если что... Дисконнектил вам? Если что, линковать тебе. Нет. Да. Значит. Фрау. О, это у нас новый ретрик, да? Который... Да, какой-то новый ретрик пришел. Посмотрим. Угу. Так. Пришла. Пришла. О. Ну, таланты не те, нужно перекидывать все в ветку. Нормальные ретрики в ветке защиты бегают. Я согласен. Нормальные ретрики без таланта. И не качает обычно кулак, потому что другой дурачок точно какой-то вкачает.
Его сокрой, иди туда вот. За два кванта скачивает. А вот Дрин залупный, конечно. Ты можешь скинуться мне на колоду, я соберу тебе, если мне выпадет сила, я тебе колоду силы отдам, аристократ. Невер, 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 ну... Ты же квест даешь просто. На Трине, как и дареному коню, в зубы не смотрят, как говорится. Лангрис, вы где? А кого что дарили, не пойму. Подожди, на Трине не смотрят, как и дареному коню в зубы. А-а-а, я прослушал, тебя Дон перебивает. Дон, не перебивай, пожалуйста. О, ладно, ладно, извини, извини. Кланяюсь. Ой, нет, вот так вот Кира или мне нравится? Хорошее, позитивное настроение. Все нормально, я просто сегодня проснулся в 7 часов дня. О, слушай, нормально. Нормально. Выспался? Выспался. Хорошо. Я, это, мы легли поздно. С кем? Ну, со свадьбы пришел. О, с Розой. Так, мой вопрос еще раз повторяем, с кем? Это другой ответ. Короче, Невер, я анекдот новый услышал, офигенный. Давай. Почему борцы сумо бреют ноги? Чтобы их не перепутали с феминисткой. Неплохо. Фу, грязь. Хрипатый Лангрис, вы где? Еще раз, я вам сумо не уже какой раз. Что это за ФК? Давайте мы можем начать. Ну фигу, 22, 23. Блять, Пирекс не спал полтора суток. Интересно, он это все твина время одевал свое? Марафон. Ну слушай, он 202-м был. Он позавчера был 202-м. Уже 226-й. Он сказал, он в льду и в кару сходил удачно. Ну это прям очень удачно. Понимаешь, у нас люди месяцами ходят, ЕПчика набирают. Что у нас? Шел или ушел? Наверное, присоединилась. Это вот... Да, антиреклама гильдейских РТ. Звучит так хорошо. Я в домике тоже новый челик, да? Слушай, Дайси, убери эту маску, она же ужасно выглядит. Ну, типа, хуй пойми что. А, ну да, кстати. Да. Ну, руговская маска, она ужасная прям совсем. Снимай. Клёвая, не слушай, блядь. Да, завидует. Раздевайся. Ну, я бы сел, но у меня, по-моему... А, ну, подожди, стоп. Эти нормально садятся. Ля как. Ты прям как молишься почти. Да. Дань, я еле подобрал перчатки. У меня кожаные перчатки, я еле подобрал перчатки. То не подходит, видишь, по тональности. Вот я даже повернусь. Да, темненький, как будто в грязике. Да, как будто, ну блин, ну тут типа, знаешь, постоянно ружье, типа, ну в мазуте, как бы, ну. Все нормально. А еще у меня такое есть цвет, смотри. Ну, я тебе показывал. Ты показывал. Показывал. Ну, вот смотри, какой стильный, с каким луком сейчас. И лук тоже. Да, лук вот. О, оба. Не то мимо есть треги или? Ладно, давай сейчас достанем. У меня модный приговор, как бы, это ко мне. Вот у меня, как бы, вот смотри, вот Корнес, вот стильный прям. Айнон стильный тоже. Где Айнон? Да, Корнес. Есть еще один шкаф. Ну, давай еще. А у нас Пирекс и был Хуманом? А, он еще, он пол поменял. Кидай плащ. Какой да, кстати, пол поменял. Что-то много как. А что, еще танки есть перспективные? А, вон Дуат, да? Дуат танки. Опа. Ой, хорошо, да. Раз, два ДКшки. Я, кстати, мне писал Dead Inside, знаете ДКшника такого? В смысле, да. У тебя 42 ФП? Кого? У стамины. У Дуата? Ну нет, что-то 3 не габарит. Ой, простите. Чуть не умер. Ого, какая 213-го крутая тринька. Какая где? На ДКшке. Да, на парирование и еще куча проект парирования. Приятная штука. Я бы на ХП брал все равно. Ну, на ХП лучше, если был бы, да. Статик ХП плюс прок парирование. Ну, прожимка.
Донда, ты оценил мой сет красивый? Какой? Ну вот, я перед тобой стою. А, это да, я его видел. Что ты с мечами сделал? С мечами? В смысле? Я посмотрю, что за мечи. Ну, это обычные. Ну, типа, я вообще хотел косу. Ладно, так, все. Что, может, севердру спекнуть? Да, спекни севердрушку. Да, и зорки в Долоран портал. Ой-ой-ой, не в Долоран, я же этот... Кто он? Ренегат. Сейчас я портанусь сам. У тебя есть в этот... Шатрат. Да, можно шатрат, точно. Давайте из АФК выходим. Лангрис как раз появился. Полуребах. Я просто что хотел спросить, а что вы не думаете, что Алгалона уже с Волониром бить? То есть сейчас до йога бежать и потом уже там... У Скай Волонир будет профит хороший на Алгалоне. У нас-то не в прохиле дело, у нас просто хилы падают. Волонир не спасает от этого. Но... По идее, идея, конечно, может быть хорошая, но я не хочу вам задерживаться сильно. Потому что мы сейчас зайдем, если мы сейчас до йога пойдем, это пока торим, пока мимирон, кстати, мимирон на бычку закроем, да и все. Ну нахуй это время. А потом возвращаться на йога, это мы, блин, в 12 часов отсюда выйдем. Ой, на Алгалон идти потом. Поэтому, наверное, сразу лучше. И посидеть до победного. Never, never. Смотри. Оп. Тоняшка. Так, давай, Дуат. Спекайся, переодевайся. Ну что, сегодня на йога не пойдем? Ну да, Ланера не будет на этом колу. Дайте, что качет. Дон, слышишь? Куба, тебе нравятся ушки? Смотри, какие есть. Да. Сосны. Зайка. Сосы. У меня, кстати, головных уборов очень много, я готов. Так, по бафам все, у всех недали есть. Ух ты, кто мечи дома? Спасибо. Покушаю сам, сносил я и будем пулять. Пристава. Невер, смотри за ренджом, чтобы у нас не было, как в прошлый раз, что в мелизону прилетело. О, хорошо. Ну, что типа все РТДшки на рендж встали. Да, да, не вопрос, конечно. Зорки я отдавал стоит. Малгрейма в меня на пол. Что, кому что? Я кубу буду. Потом. Блять, что ты пуляешь-то, ёбаный в рот? Невер. А, по войду, ПР, дайте. Дуат, ты кого, блять, бьёшь? Дуат, мы в маленького играем. Че, серьезно, ну, вы не вайпали еще тут? Че происходит вообще? Да, типа, ну, все агро вот. Может, он просто стойку не сменил? Блять, я точно стойку не сменил. Идеальный. А, нет, ПР. Void Fury, ПР, протест, дайся под ними. Разбежались. Дайс это фейп, если что. Сейчас готовимся, нужно будет сходить. Разбежались. РТД рейндж держим. Не, милишники-то дамажат. Милишники дамажат, а РТД рейндж держим. Между собой и от Сталиома. Готовимся, скоро руна будет. Мастер дадите, если в мили упадет. Вывожу. Мастер. Прохил.
А с чего чуть-чуть отвели? Не было стоять. Протез, дай. Отлично. Написали. Сейчас подповерну. Диспол. Мы стопаем? Да, мы стоп. Стоп. Ой, там сейчас дотикает сейчас. А, наверх заберешь? Да, сейчас заберу. Блять! Сейчас заберу, понимаю. Все. Да все нормально, взяло. Нормально. Руна упала или не вижу ее? А, руны нету, но я забыл простопнуть. Исполин, читани на ману. Давайте мы рейндж держим, раз руны нету. РД, чтоб в мили не кинуло. Нейвер, тайминг. 8. Хрипатый заберешь? 4. 3. 2. 1. Умираю. Ладно. Просто дамажим. Хрипатый тайминг. Понятно. Вы умрете. Зоонегр, заберешь. Да добили бы уже. Я-то умираю. Эх, ну все. Ну сейчас со стойкой нормальной будет, уже нормально будет, наверное, да? Да? Это так, пристрелочно. Ну да, там 100 тысяч было. Ну все косякнули, блядь. Один не напулил, один быстро пробежал, сразу начал агрить. Без стойки. И так далее, так далее. Подготовка была к алгалон. Угу. Невер, ты что, меня игноришь? Ну я ж написал тебе, ответил. Если ты про тот вопрос, про рецепт. Ботинки. Меня так слышно? Я куплю рецепт тебе. Слышно. Ботинок тоже есть. Ёпан в рот. Пожалуйста. Два, ты в стенку бежишь. Да без БР, сейчас нормально убьем, сейчас никто умирать не будет. А мне рекаунтинг лаба не работает. А нет, пизда, ты картуешься, работает. Так, на боссе, наверное, спойлишь босса? Сейчас мы забафаемся, все выйдем за ворота. Спойлишь, да. Притворишься, а там стак висит. Да я петом спойлю, чё? Да зачем? Он умер... Зачем тебе питомца умирать? Так я его призову за 3 секунды. Ты уверен? Можно? Это конечно. Только... Ну, как хочешь. А ну выйдите быстро, пожалуйста. Ну вот, выходите из комнаты. Пожалуйста, хрипатый, я вижу, ты нагло сидишь, кушаешь рыбку, ладно, тоже поем. Невер, выходи, давай, я в тебя верю. Хрипатый, уходи. Ну, грипп не хуже. Невер, как ты питомца вывел из комнаты, а сам сидишь, кушаешь?
Это не его питомец, а Илью. Плохой хозяин, блядь. Смотри. Я... А, или он добежал, остановил его на месте, пошел покушал. А гадай, гадай теперь. Не, вообще давай. Можно, типа, есть. Хрипа, ты выйди, пожалуйста. А, ну да, его нафиг отошел. Лок может глазом спулить. Тише, вы зря в людей не верите. Ну давай. Кстати, лок может глазом спулить, действительно. Петом я могу спулить. Все, умер, пацан. У меня получилось. Бля. Очун! Не вода. Ой, Фран, ой, спасибо. Понятно, блядь. Прохиливать трейд. Кто там остался? Пал. Ну, понятно. Ну, лестните меня, пожалуйста. Не верим в людей, получается. Ну, слушай, я про Хрипатова говорил. Косяк на косяке. Ну, а девочки просили, она еще не сильно понимает, что такое Ульдуар. А, это паладинка, про которого Бьерн говорил. На пульте на него там, как сучки. Буду. Ну не надо, только кубов не делай глупости. Сейчас рыбку поем лотно. Давай. Ой, держите этот огурчики и огерки. По-хорошему блатных бы стрел сделать, ну ладно, не сейчас. Короче, каждый пул я буду кидать на разного человека МК. Чем? Не, верни. Пизда. РДД сейчас ренжу наберем сразу, за ДПСом не гонимся. Готовимся, сейчас рано будет. Сейчас стопнуть не забываем, на 500 стопаем. Уже даже не 600. Тут мультидотов много. О, не, добиваем. Новая руна. Просто добиваем. Невер, забирай. Сейчас заберу. Кинул. Умирает. Че он, блядь, не кидает? Все, забирай. Отбежали. Рэнч.
5 секунд. А, 3 баты забирай. 2. 1. Забирай прямо сейчас. Ладно, дамажим 10%. Блять, ну 3 баты до смерти надо забирать, а не после. Зачем второй раз ты патому сказал в прошлый раз на присядь? Ой, Зорки, забожил. Да нет. А, ну да. Все, не флудите, добейте босса. Да все, добиваем, добиваем. Ой, группу. Тихо, не инфлуди. Такой важный момент. Так, а что, ботинки? Наверх. А, или валк, валк, наверное. Мне не нужны, я не нуждаюсь. Ой, я случайно распринт нажал. О, Швепс пришел. Слышал, вот. А, есть поднять меня? Конечно. Чёрт, ты иди. Ой, Айнан, спасибо, я чувствую, у нас духовная связь. А, ну потому что ты стильно одет, парень. Конечно. Я тебя хотел ножом поднять. Брат, давай я умру. Уже все. А я уже хотел пойти умереть. Наверное, это на тебя ботинки. А у меня уже есть такие. Ты прошлый же хотел забирать, да? Кстати, да, вот это нужно вот, двое ботинок. Так лучше. Ну, да. Всем привет. Здорово. Привет. Привет. Здравствуй. Так подожди, мы что, мы в начале Алгалона? Да. Пошли, я танканул. Да, да, у нас состав мне нравится. Танканул, пошли танканул. Слава богу, кубов с нами, кубов вперед! Сейчас, сейчас, сейчас надо. Да я на пул тебя сдам, давай. Плащ нужен? Что-то не танкует. Сдал на пул, где агро? Кубов, где агро? Вон агро. Кубов, агро, где на пул по ГД сдаю. А вон, 100 тысяч. Все, хорошо, давай. Чинит танк, смотри. Он не попадает по мне, лох. Нормально. Слушай, я нашел второго танка на Алгалон. А, Корнес, у тебя есть диск? Доступ. Ну, квест на Алгалон. Невер, знаешь, почему я так танкую хорошо? Почему? Видел, как он на мне щит висел? Не видел мой? Да, у меня есть. Нет, амины. А, 25-ки? Не помню. А, нет, здесь 10-ки. Я тебе, да, хорошо, я тебе отдал этот. А, да, в шпер. О, это кто кого сейчас накивал? Ну, все понятно. По нему. У нас просто танк сейчас корявый был. Кубоп лучше танчит. Так, Невер, ты где там помер? Давай, давай, я ради этого умер. Ради этого момента, давай. Что-то комбат висит, брат. Неутомимая, а нам нужен 2 ТЦ? Нет, вот. Это бред. На Алгалона. Сработало. Хорошо, значит 2 R-дружки будет. Ой, бля. Ой, бля. Не а тебе дамажить и бегать. Рейза нету. Может, нам удастся взломать систему и повлиять. Кто у нас самый сильный? Хрипатый, получается, ой, будет. Злой негр, наверное. Во-первых, аж танчит. Осуждаю. А, сейчас дуат будет танчить. А, дуат? О, ну все. Ну него он спалился, что он все истанет. Ребят, Алгалон стабильно падает или вы травите? Первый раз, в прошлый раз убили. Благо вселенной, эту планету необходимо перестать. А кто спрашивает? Швепс. Понял. Я же забыл его голос. Это, пойду сейчас Т9 покупать, 4 куска. Дай это в Долоран. А то в 213-м шмоте хуйня полная. Говорить? Это Войт. А, окей. Давайте тогда пару минут есть перекур.
Неутомимый, ты здесь, брат? Не, неутомимый, в обычке будем его убивать. Но в целом потратить можем и ХМ-ку. Неутомимый, дай левитацию. Сейчас магию покажу. А ну пойдем, я тоже с тобой магию посмотрим. Never, never, смотри. Ой-ой-ой. А что, на Алгалоне еще ХМ есть, что ли? Ой-ой-ой, дядя, ты шо? Майя. Кубок. Да? А хочешь, я потом зайду на приста и покажу тебе другую магию? Черную? Да, на чернейшую. Давай. Ну, потом на приста зайду, в рейде останешься, и я тебе покажу мир других мужчин. Конечно, конечно. Боб. Чё? Чё там? Да, блин, слушай, Дон, хватит кушать. А ну, сейчас все будет замес. Погоди. Подожди, мне тоже жду. Нужно выставиться. Жду. Сейчас, я поставлю на ку. Это? Да, ну, давай. Короче, если кто-то падает, мы расходимся, чтобы, ну, не болеть. А то, поехали. Да. Ах, сука, жесткий. Чисто по спине. Давай. Ой. Ну если. Сука. На. Бля. Аспект не помогает. Ну да, ладно. Последняя, братик, давай. Это? Да. Ребят, ставочки есть? Давайте ставочки. По последней тычке осталось. Все, 100 на кубобах, найс. Все? 5. Пятерочку? Это просто 5 голды или 5 соток? Понял. Да, ну несправедливо. Сейчас, ну 10 секунд, брат. Сейчас влечу как пушка. Тебе понравилось. Че это? Блять. А то... Сейчас портал по нему заюдаешь. Давай. Ух ты, бля! Только непонятно, с нихуя. А все. Ну да, сильный. Все, ну этот. Невер, отдавай бабки, короче. В смысле, стоп, я что тоже бабки отдавать был? Не, нихуя. Я же проиграл. Блять, могу мечами отдать вот этими, блять, модными. Кому надо? Они из серебра. Что там за меч? Что-то не отображают. Так он же это, ну, не очень мягкий получается, если серебра. Ну да, мягенько. Ну, блядь, пиздец. Суманись, пожалуйста. Чё ставишь? Давай, чё ставишь? Фу, я думал, что-то модное. Увы. Кстати, не суммоньте сюда, осторожно, тут же люди проваливаются. Опа. Не знал эту тему? Нет. Смотри, о, слушай, а там почему не меч не пропадает, кстати, после... Смотри, вон полетел. Спасибо, Швепсу сделал. Кто? Кого? Где? Да Швепсу засунул. Суммоньте, пожалуйста, за ворота. Да. Тихо, да, ну выйдите, суммоньте, пожалуйста, нет, с этого. Нет, просто ткните, и пока будет каст, я убегу. Да. А ты думаешь... Слушай, Дон, ты очень хуёво стал, ты понимаешь? Там не поражать тебя. Блять, стал в шкаф, типа, жмякайте. Все, суманули. Призыв, значит. Да все, он здесь уже. А как у нас это, 3 шкафа, а 2 ока? Так, а Дуат у нас, кстати, знает, что делает на танка? Шкаф 3 минуты стоит. А, да, ты танчишь, ты в курсе? Да. Короче, мы меняемся на 4 стаках. Босс у нас будет стакать... Сейчас ревод пропишу. Как он называется? Фазовый удар. Фазовый удар, да. Угу. На 4 стаках мы меняемся. Первые 4 будут... Давай тогда... Я танчу первый. Я скажу, когда забирать. И буду сразу заводить звезды. Будут появятся, давайте, по 1, 2 тоже. Появляются 4 звезды.
У нас на них, за них будет отвечать кто? Кто у нас за них будет отвечать-то в этом рейде? Расвоит, хилит. Невер и еще два тела. Да, блин. Да, Невер, давай, тебе вот это... Оси. Кому-то хорошо было видно, на тебе вот эту меточку. Такая толстая, жирная сова, да, тут согласен. Мясистая. Но у меня есть 215, если что. У нас быть. Есть ромбик. Мелики бегают за ромбиком и бьют босса. Прям в ромбике бегайте, не разбегайтесь. А, будут появляться кары. Кары бьют. Почему мы бегаем за ромбиком? Потому что ромбик вас отведет от кары. На такой рейндж, когда она вас ударит меньше. Народ, меня слышно, нет? Я ему еще ничего не сказал. А, пост танчится плюс-минус в центре, но годится, если что, куда-то. Мы танчим босса, на нас стакаются стаки. Если на нас 5 стаков, мы пропадаем во второй мир. Из него нас автоматически выкинет через определенное количество времени. Там наносится урон просто каждую секунду. Это если будет 5 стаков. Поэтому мы меняемся на 4. Звезды. Звезд бьет Невер. Швепс, Айнан. Невер, Швепс, Айнан. Вы играете по звездам. А Невер будет ставить меточку какую-нибудь в ту цель, которую он бьет. Только ставь, пожалуйста, всегда одну и ту же. Блять, ну как получится. У меня нет этого дона. Ой, которые полосочки. В смысле, сбоку у тебя нет полосочки? Там боковая есть, но я промахиваюсь бывает. Но я буду стараться. Ставь какую-нибудь звездочку, ну, чтобы их видно было в темной комнате. А, они убивают звезду, она взрывается, но на сторону темной магии урон по всему. Под ней появляется черная дыра. Через какое-то время у босса будет суровый удар каст. Он шотнет всех, если мы не спрячемся в эту дырку. Дыры лежат на полу, черные, просто черные лужи. В них появляются созвездия. Созвездия нужно заводить. Это роль танка. Они очень больно бьют хилов, поэтому как только они появляются, они будут идти сверху. Ты вначале посмотришь по сторонам, они будут висеть в воздухе, поймешь, как они выглядят. Они будут спускаться, ты их заводишь в черную дыру. Черная дыра закрывается, созвездия, черная дыра пропадают. Все, все рады. РТТшников будут водить... Бог, давай ты будешь примерно, если так что. Все стоим на рендже, только ты подойдешь к той метке, к той черной дыре, которую не закроют, чтобы все ориентировались, куда бежать. Окей, ну я изначально милик. Ты просто бьешь, да. Окей. А, ты ж милик, точно, я забыл. Да какая разница, подожди, да РДД стоят разряжены, тебе нужно будет встать. Они стоят разряжены. Окей, под фазу я подойду. Да, просто под фазу. Не, давай я зоркого поставлю, да и все. Ладно. Че тебе это? Мало ли, как бы переходка. Спасибо. Так, Дуат, есть вопросы? Конечно. Давай. А что делать? Танчим босса. Мне в танка? Да, тебе в танка. Я танчу первый. Я танчу до того момента, пока у меня будет 4 стака. Я тебе говорю, ты забираешь с меня босса, продолжаешь его танчить. Если видишь, ну, тебе такая... Если что, вижу. А, если видишь, что под тобой кара, это такая красная небольшая лужа. Мой зона, понял. А, да, ты от нее отходишь. Ну, например, если вот треугольник это кара... просто из лужи просто... вышел, танчишь дальше. Не-не-не, она бьет, чем ближе ты к ней стоишь, тем больше она бьет. Если вот ромбик, это, например, туда, куда упала кара, и ты тут танчишь, например, босса стоишь, вот ты просто отходишь примерно, ну, вот на такой вот рейндж. Тебе уже будет нормально от нее. Ага. От ромбика. То есть, ну, на самом деле, типа, видишь фрейм босса? Я его вращаю просто. То есть, если я стою вот здесь, и в черепочек падает кара, я просто перехожу вот так вот по кругу, и все. Так, сейчас кто рассказывает, я не пойму. А, донт. Донт. Это я второй танк. Я понял.
Появляются созвездия. Созвездия нужно заводить в черные дыры. Черная дыра — это черная лужа на Земле. Там появится четыре черные дыры и три созвездия. Ты их как можно быстрее заводишь. У них сбрасывается агро каждые, по-моему, 3 или 5 секунд. Поэтому, типа, один таунт ну, тебя не спасет. Нужно там ЛПшку. Как бы их никто не бьет, сильно на них агро не будет. Поэтому, ну, дамажить их нет смысла. Просто одну ЛПшку кинул, она за тобой побежала. Как ее завести? Если лужа стоит, ну, лужа лежит на земле, тебе нужно бежать в лужу с другой стороны, и чтобы, ну, созвездие пошло к тебе и зашло в лужу. А, ну вот через эту красную лужу. Ну, через черную. Это, да, ну, от черной дыры там будет. Угу. Разберусь. Все, отлично. А, да, я вон ходит раньше. О, блин. Давайте, арчек. А Войд, ты где? Лечу за последней чаркой. Дайте рыбу, пожалуйста. Ага, поставьте шкаф, пожалуйста, тогда. Угу. Тебе долго? Тебе сумму кидать уже? Да, можно. Ну тут минуту где-то долететь осталось. Да, я, конечно... Да не надо ставить шкаф. Там проваливаются люди. Тут не проваливаются. Не проваливаются. Мы разбираемся. На мостике. Профессионалы мы. Рыба едет, ребят. Донта, ты не этот... может быть, поставим хотя бы нам на несколько траев Хрипатова условно, либо Пирек. Ну, Пирекса, понятно, нет, а Хрипатова. Может, у Хрипатова танк есть, точно. Да. Ой, да. Хрипатый, давай ты в танк, а то... Не надо дуат новую тут, просто пусть будет. Дуат. Бегаешь в ромбике, бьешь босс. Понял. Ну то он что-то совсем ничего много не знает, это ну не в обиду, но... Ну, понятно, просто лишний вайп не хочется. Конечно, мы же первого раза планируем убить его. Он умыться должен нашими слезами. Или мы его, как там правильно. Ну так там без смертей надо. Ну все нормально, мы не умрем. Эту ачивку даже на циркуле не могут сделать. Да тут умирать нечего, да я тебя умоляю. Кстати, да, у нас же говорящий со звездами есть. У нас сильный с пацанами. А, нет. Это десятка. Ну ладно. Давайте, арчек. Кто где? Войд, ты далеко? Угу. Хадиром долетаю. Сейчас уже. А, вот опять до сих пор я что-то тебя потерял. Ты перелетел же их. Ну вот, мимо них лечу. Ну тут полетчик. Где моя команда десантников? Стефан, вот. Что тебе? Сильный. Ну, у меня просто тут пачка, мы вот самое сильное трио этой гильдии. Сейчас будем убивать сферы и вайпать вас. Не, я в трусах, вот опять я только в трусах и сижу. Так что не переживай. Ладно, четвертым будешь раз в трусах. Я тоже. А тут еще ты с треугольничком бегаешь, пьешь звездочки. Прям заливайте максимально быстро. Одну за другой. Не, так мы же стоим, типа, в как попало. А мне не надо стоять. Не, в тебе не надо. Я говорю про Нейра. Что... Не, у меня нет масла. Масло. Сон. Пришел сон? Не, пока нет. Я ж тебе кидал. Кните, пожалуйста, по сумонам. А, Эрдружке ребаф дайте. Смотри, что у нас идеально не на шамане? А хотя, что-то извините. На каком шамане? Такого идеального же этот главхил, это не его шаман? Ты их путаешь с неутомимым? Конечно, это его. Но у него мейн друид. Понял, сори. Так, все готовы? Отлично. ТБМ. А, это что первый? Ну ладно. А, Хрипатый, ты. Не, я первый. Давайте не обожжемся, пацаны. Это будет красивая победа. Все возможные исходы этой схватки просчитаны. Блин, а я припод сожрал. О, здесь... Да. Здесь можно без припота.
Ну, два прихода здесь это не просчитано. Шаманизм, что это такое? Убиваем. Перебежали. Слакеры, пиздец. Поумирал. Прям Рамбе умер. Можно падать. Угу. Вы чё, бля? Я что-то не понял, а чего я умер? Где Фрау умер? Бо, у меня информация сбагалась. Фрау не убежал, Кимсик не убежал. Вот вы умерли. Падаем. Там, короче, как ты по видео смотрел, если, короче, метров 15 от 3 кар, то ты 9 тысяч дамага приходит. А если метров на 20, то есть подальше, метров на 5-10, то 6 тысяч всего приходит дамага, то есть разница в 3 тысячи. Это 10 метров хватает отбежать. Че вот это? Ну, я тебе говорю по видео. Меня убило черные дыры взрыв. 17 тысяч. Можно либать, это по таймингу было, наверное. Ну, во, как вот сейчас Кимсик, Влад, Кара и черная дыра. Медленно слили, у меня, ну, ДБМ просто не буду на него ориентироваться, у меня криво показывает. А первый трай всегда так. Кара с пулу через 25 секунд, а звезды с пулу через 15 секунд, то есть там 10 секунд есть. Нужно быстрее 10 секунд. Кара летит с неба. Вам нужно еще одного ДД? Хуй знает. Давай еще одного ДД. А вы МАшки не даете под разбитие звезды? Даем, но по первые две нет. Тут паладин, это всего два. Да. Ну, я не уверен, что там фрау что-то нашел. Первые две, а потом вы заходите в портал. Ну ладно. Пару, давай ты тоже присоединишься на разбитие звезд. Чем быстро падает. По-моему, у нас был тайминг одновременно кара и звезда, да, поэтому прилетело много урона в рейд. Телебаф побежали, у нас таймер уже пошел. Кто готов, вперед. Да, не успели. Каску магу дайте, пожалуйста. Спасибо. Я здесь с апротиком вообще стою, потому что здесь только маг урона. Сейчас чек. Вроде все тут. Все готовы, по ДБМ запускаю. Звезды пошли. В мили пошла звезда. Смотрите. Добиваем. От кары отбежали. Вы в черную дыру все дыры забежали. Нормально. Это
Ну что, вы сами не видите, ребят? Что, ну падаем, что? Сразу минус 4. Все носит, звезда в миле, надо бежать от мили. Да не, я просто смотрю от кары, и типа все запрокивают чисто в черную дыру. Вов, бро, от кары 30 тысяч. Да все, падайте, падайте. Эти просто в дыру зашли. Наверное, начинай с того же места, где вой стоял, там хорошая точка. Ну типа прям вот там, где появляется. А они как бы рандом надвигаются, эти звезды, просто надо... Да, есть такое. Я смотрю, он ее выбрал, и она пошла, ну, типа, ну что же сделать, просто я же заносил, отойти-то можно. А много тут людей, которые первый раз не убивали?